При полном параде в администрации Первоуральска уже планируют мероприятие по случаю профессионального праздника работников жилищно-коммунального хозяйства. Его отметят в воскресенье 19 марта. Торжества начнутся чуть раньше, 17 числа. На центральных улицах организуют парад коммунальной техники. В нем примут участие представители всех подразделений сферы ЖКХ. После шествия по главной площади виновников торжества поздравят коллективы Центра детского творчества. В 15 часов у нас планируется торжественная часть в Центре детского творчества, значит, где с поздравлениями, с коллективами различными. Есть предложение, чтобы, значит, руководители предприятий на торжественную часть пригласили своих ветеранов предприятий, которые находятся сейчас на заслуженном отдыхе. Может быть, каким-то образом их необходимо отметить.